Всем привет, я Макс Красочкин. Я считаю, что жизнь человека определяется не только и даже не столько внешними вещами, чем он имеет, чем он владеет, а его внутренними состояниями. На тренинге Владимира Шамшурина, который состоится 1 ноября, я буду вести блок работы со страхами, блок работы с внутренним состоянием, дискомфортами, то есть то, чем я занимаюсь последние уже несколько лет. Будем работать, будем прорабатывать страх подхода, будем прорабатывать дискомфорт при общении, страхи прикосновений, короче, все те внутренние состояния, которые мешают быть открытым, быть спокойным, быть расслабленным во время общения с женщиной. До встречи. Собственно, все. До встречи.